ощущение. Мне просто было неприятно. Также у меня тоже есть одна хорошая, уже скорее, наверное, знакомая. Из соседнего города, там тоже пиздец. Those war dog tanks have been getting on my fucking nerves all morning. Тоже познакомились. Finish them off, and we'll be friends forever. Okay, sweetie. Should I ask the distant one how to do it? Я не общались, как раз была вся эта движуха. Нормально. Новой волной. Морями, короче. Она вроде как была эмарина. Ну, подобное. Ну и в итоге хуяки не стали с ней общаться. В общем, сдружились. Ну, пиздец, тоже общался. Она меня там поддерживала, в общем-то, я и стал. Вот, в итоге я просто через какое-то время понял, что влюбился просто в путь. Вы уже про него рассказывал, нет? Нет, вот. Но это, блядь, у меня как всегда. Я, если влюбляюсь в базу, то обычно это мои попытки. Я дружу, вот, привыкаю, начинаю поближе узнавать. Это я понимаю, что мне нравится этот человек. Вот, ну и как бы хорошее ощущение. Это нормально. Постоянно. А не подруга, потом, блин, ну ладно. В общем, это не твои подруги. Было бы ужасно, если бы ты летала. Ну, совсем чужой тебе человек, не подходящий, слово совсем не пообщение. Ну, это да. Вербально, да. Суть в том, что я так предполагал, что и она была. Блин. Допустим, после 3 или 4 лет общения она сильно тоже звала меня приехать. Она хотела, чтобы я на целое лето приехал к ней в Воркуту. Опа, ну это маячок. Или в Ярославль, по-моему, в Ярославль, да. Она каждое лето в Ярик уезжала, у нее там тоже родня. Вот, и она меня звала, типа, поехали в Ярославль. Вот, я очень хотел, вот. Но я, короче, искал работу, надеялся, что найду, но в итоге... Скорее хуи пенал, и в итоге нихуя не смог ничего сделать. Вот. И она очень, ну, как бы, ждала все равно. Вот. А потом, собственно, когда она уже уехала там учиться, вот, там новые знакомства, друзья и все такое. И, в общем-то, наше все общение прекратилось. Вот. Так, иногда она вспоминает. В интернете, правильно? Да. Вот, и, что собственно, иногда? Иногда она пишет, вспоминает, я уже практически ей не пишу, потому что не вижу смысла, мне особо нечем, как бы, рассказать, как бы, много, скажем так. Hey, guys, возможно, да, но They won't win the mission for you. Вот. Вот. У меня
нее там просто огромная, огромная куча друзей, как я понимаю. Ну или может, не огромная куча. Ты знаешь, что это сильно, ты не подумаешь. Но тебе не признаешься. А, она тебя звала? Этого времени... Звала. Приехал? Нет. Чего она не туда не делает? Она уже здесь. Это понятно. Я бы просто бы... The radar will replace my twin immediately. Нормально. Ну как, где пункты барахла приняли сюда? Кому не видел? Нет. Как у меня так понятно? Ну, я... Я такие уже... Ощущаю? Нет. Чувствую, да? Как раньше. Это было давно. Ну, все может быть, но я сомневаюсь, что это не что попытка какая-то еще. Это понятно. Ну, я как бы с той целью, что я бы просто хотел бы вживую, скажем так, держать это. Конечно, не на все лето. Я буду живую общаться. Как она жила, училась, подобное, рассказать про себя, что я все это лично занимался, что у меня происходит. И, собственно, все. Просто я думаю, после такой встречи, может, по крайней мере, может быть, не изменил. Да, опять же, она мне недавно написала, что привет. Короче, решил узнать, как просто она как приличная девочка не заебывает тебя. Ты ждешь обратно. Блин, она то ведет себя четко. Ты как ты так делаешь? Просто, но если все было действительно так, как ты думаешь и говоришь, она бы и столько не писала. Хотя бы из чувства собственной гордости, понимаешь? Поэтому как-то хуй знает. Я не знаю. Но если это тот человек, каким я ее представляю, то я подозреваю, что я пока не знаю. Я никаких надежд не строю. Ам. Как оно? Пойдет. Алло? Да. Меня слышно будешь? Да, конечно. Это у меня гарнитура. Стоит. Скоро да, походу и будет стоять. Мне тоже надо заряжать периодически, да? Нет, просто пришел я давно. Он начинает уже. Более я на нем спал сегодня. Вот, короче, как-то так. У меня была еще одна подруга, которая... Я тоже был влюблён, вот, но там все получилось вообще все хуёво. Она очень умная, веселая баба, скажем так, тоже со своими проблемами, подумал, для своего возраста она реально почему не зацепила.
дружили-дружили, в итоге я потом ей начал, короче, предложил ей встречаться. А она была в городе? Да, тоже с моего города, вот, но она, оказывается, была влюблена в другую. Моего... Блядь. Моего друга, блядь. Да ладно. Да. Друг это вот, собственно, тот самый Андрей Китарицкий. Вот. 3-4 назад. Вот. И она была в него влюблена, потому что, кажется, они познакомились раньше, но... Ой, там, короче, такая синтепатора. Я когда потом все узнал, я... Я охуевал дальше, долгое время, вот, потому что мы с ней не общаемся давно, когда она уехала и стала со мной общаться, я понял, что дальше мы дружить не будем, тем более она через какое-то время приехала, потом появилась со мной, все это общение, я понял, что... Дальше общаться. Я сам его хотел, потому что я понял, что не то. Совсем не то, что произошло. Хуйня какая-то. Вот. Я предлагал ей встречаться в один раз. Причем мы с ней реально были очень близки, как друзья. Вот. И суть в том, что Андрей, у него была девушка уже. Бля, я начал. Да. Она про это знала, но, естественно, вешал ей лапшу, что он ее любит, там, с ней пока не может расстаться. Короче, там просто пиздец. И она на фу не удивилась. Короче, пиздец, самое смешное, это когда он ушел в армию, блядь. И он до сих пор одной писал одно, и другой другое, потому что его первая девушка тоже была моей близкой подругой, блядь. Которая... Вот Андрюка-то, блядь, корифан. Нашел себе корень. Да, и в итоге она мне пишет, они обе мне пишут. То есть был такой момент, когда мне одна со мной встретится, в этот же момент другая. И в итоге одна мне жалко, другая мне жалко. И в итоге я понимаю, что он пишет им совсем разным. Он пишет таким. Я, конечно, в этом плане очень сильно разочаровался в Андрюхе. Я еще первый раз узнал, что он... Шалава. В общем, с ней бабник начал мутить, а пока у него, собственно, девушка уже есть. Причем мы уже дружили вот все вместе хорошо. Я просто тогда наорал. Я на него наорал, как бы. Я охуел, я сказал, типа, ну, это так, мягко говоря. Потому что я на него наорал серьезно, и он, видимо, потом то ли обиделся, то ли не обиделся. В общем, короче, там пиздос. Но... Че, общаться перестали? Ну, нет, он потом шел в армейку, практически не писал. Я, ну, если я ему что-нибудь напишу, он мне не отвечал нихуя. Вот, потом мы с ним все-таки увиделись, и если это, конечно, правда, вот, но он вроде как сказал, что после дембеля первый, кому он, типа, пошел, это был я. Вот, в итоге мы вроде хорошо встретились, пообщались, все нормально, думал я. Потом он нашел, собственно, коллектив, ну, он начал играть в новой группе. Вот, и играл там после своей смерти, и, в общем, я начал понимать, что он постоянно тусуется там.